Вот все-таки по существу. Почти все использовали термин «системная коррупция». Я надеюсь, что все мы вкладываем одно и то же содержание. Это очень, на самом деле, важное понятие. Так вот, системная коррупция – это не когда воруют все. Это вообще не воровство. Это совсем другое. Оно связано с характеристикой системы. Вот здесь господин Саакашвили, да, говорил о совке. Совершенно верно. Вот это феномен связан в Украине, в России, в Казахстане. Коррупция – это не просто зловживание украинской мовы. Это системный элемент, связанный с забиранием через государственные механизмы у народа через перераспределение дохода части в личный карман. Как система. Я поддерживаю то, что молодые должны взять вот, да, палочку, значит, эстафеты вперед. Но они должны успеть понять, чего, куда им бежать. Я постараюсь успеть. Три революционных задачи, нерешенные почти во всех постсоветских обществах. Революция – это не Майданы, это всего лишь революционный процесс. А революция – это частная собственность, самоуправление, гражданское общество. Так вот, самоуправлением у нас вообще кирдык, потому что это ресурс, это центральный бюджет. Но кто ж отдаст? Второе. Гражданское общество – это не эксперты по телевизору. Это способ самоорганизации без государства. Тут у нас пока только лейбл. А вот что касается частной собственности, казалось бы, внедрена. Но у нас почти во всех постсоветских странах есть такой институт, который воспроизводится и поддерживается всеми режимами. Институт суррогатной собственности. Как это работает? Что значит суррогатная собственность? Это когда ресурс, актив, объект, который номинально находится в распоряжении так называемых общенародных, то бишь государственное, да, у нас же демократическое государство, де-факто все, что связано с его доходом или рентой, перераспределяется в частный карман. Как? Я обращаюсь к депутатам с предложением, это действительно серьезнейшая работа, промониторить все законодательство, связанное с регуляцией, например, в такой сфере, как энергетика, как монополии, потому что там зашиты те самые миллиарды, которые уходят даже незаметно в отношении конкретного исполнителя. Исполнителя-то можно поймать за конкретные 10 миллионов, но ежегодно с помощью вот этих зашитых способов перераспределения очередной Иванов, Петров, Сидоров забирает эти 10 миллионов. Это первый момент. Второй момент. Почему у нас постоянно все революции называют там революциями мелкого, среднего бизнеса там, и рабочих против олигархии? Да потому что попробуйте в этой стране выйти на уровень крупного капитала, если она вся офшоризирована. Но максимум, что может себе позволить честный капиталист, да, это создать производство средней руки, а потом нужно идти покланяться или в схему, как они говорят. Поэтому второе, деофшоризация. И третий момент, реформа самоуправления. Стыдливо называется децентрализация. Дело же не только в перераспределении полномочий. А посмотрите, какая экономика дается местному самоуправлению. Какие возможности у местных органов власти даются. Так вот, самоуправление ключевое. Это нужно было вообще сделать год Майдана. Сразу же. Но, коллеги, война и самоуправление это вообще до разных планетах. Потому что я бы попросил вас, кроме всего прочего, поддерживайте комиссии, работайте и готов помогать. Но, обратите внимание, на оборонно-промышленный комплекс, на военный бюджет желательно. И на все, что связано с финансированием около войны. Потому что, я думаю, нас ждут большие потрясения в этой сфере.